Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, сегодня 6 октября, и все мы православные отмечаем праздник иконы Божьей Матери Славенская. И вы знаете, икона Божьей Матери Славенская творит немыслимые чудеса. Святыня служит в качестве заступницы, и люди молятся об исцелении телесных ран и болезней, а также всевозможных душевных болезней. Богородица способна подарить выздоровление тяжелобольному человеку. Поэтому 6 октября обязательно помолитесь перед иконой Славенская в любое время суток и прочитайте 3 раза молитву. Но желательно читать эту молитву перед иконой. Как вариант, вы видите сейчас икону видео, или как вариант скачайте в интернете и также помолитесь этой иконой. Ну а слова молитвы перед иконой Божией Матери Славенская, друзья, следующие. «О Великая Целительница, Матерь Божия! Выслушай молитвы наши, помолись перед Богом за нас, дабы отпустил Он грехи наши, наставь нас на путь истины. Забери все страдания наши, исцели от болезней душевных и физических недугов, укрепи веру нашу и не позволь сбиться с пути праведного. Не обдели нас терпением и волею, избавь от страхов и сомнений. Не позволь врагам вступить на землю нашу. Стань поддержкой душам заблудшим, укажи дорогу к праведности. Да вославим мы имя Твое, о Пречистая Дева Мария, во имя Отца и Сына и Святого Духа, отныне и во веки веков. Аминь, аминь, аминь». Напоминаем, друзья, что слова молитвы перед иконой Божьей Матери Славенская будут в описании к этому видео. Конечно же, мы всех наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя» поздравляем с праздником и желаем всем мира, любви и гармонии. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, и мы обязательно с вами услышимся в следующем видео.